еще. Я в четверг сходил в Красногорск. Я решил, что все, с Красногорском можно завязывать. Ну, потому что там можно. А тут я, в принципе, считаю, что я готов. Три ракеты.
начинает расходиться. Ой.
Кошечка Олег. Концовочка не удалась. Так, Максим, у меня есть плохие новости. Рейзер порвался? Нет. Но! Нет, это... Ну, Олег, какая-то неудачная ракетка была, я ее 5 раз тянул. Максим, да, да. Проблема в том, что остались только вот это и Razer. Вот это главное осталось. Вот, вот, да. Но я как бы, что, есть вероятность, поэтому я очень надеюсь. Почему? Ну, тут можно, наверное, ставку проще сделать. И вот, вот большая просьба все-таки, когда вы там кстати, будете притягивать, все-таки вот, вот, вот это вот. У меня есть стропорез, могу дать. Стропорез? Да. Надо сразу взять, просто ломить эти. Еще один. Да. Ну просто когда торопец вообще, знаешь, есть такой вариант. Следующий вопрос. Это знакать.